Дорогие мои друзья и зрители моего канала, всем привет! Последние новости с хозяйства. Сегодня 12 июня. Кстати, всех поздравляю россиян с Днем России. И у меня вчера отелилась белочка 11 июня. Привела девочку, телочка. Теленок мелкий, отел прошел легко. Теперь же девочка будет под матерью находиться на протяжении 3 месяцев, так скажем, на подсосе. И у меня к вам огромная просьба. Давайте поможем Марине Агудовой с подпиской. У Марины есть козы, куры, гуси. Она также сыровар. Но пока только любитель. Но ничего. Главное, что у нее есть желание заниматься животноводством. Давайте ей поможем с подписками. Я на нее уже подписан давно. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем желаю мира, здоровья и добра. До новых встреч. Пока-пока.